Приветствую всех, кто будет смотреть это видео. Оно посвящено кастомизации ножа складного, точнее даже деталей ножа. Должна быть резьба не на плашках, как обычно бывает у меня, а на осевом винте и клипсе. Оба должны быть из титана. Так, это не знаю, от него эта коробка, не от него эта коробка. Навряд ли. Вообще, я думаю, просто будет маленький пакет. А здесь, по-моему, целиком нож, что ли? Да, целиком нож. Так. Здесь технические задания. Без клинка. Вот такой вот. Вот здесь надо будет череп вырезать. Со шлемом или без шлема еще надо обговорить. И вот здесь еще что-нибудь придумать надо вырезать. Thank you.
закончил работу. Очень сложно снимать подобную блестящую поверхность. Надеюсь, будет видно, что получилось. Сейчас будем ловить все выпирающие части. Блестящие, поверхность вся матовая, фон также клипса. Отполировал и эту часть. Заказчик просил сделать максимально одинаковым здесь и здесь. Здесь чуть шире оставил, но все-таки прочность никто не отменял, поэтому пусть будет так. Ну что, выйдем на природу и посмотрим, как на природе, потому что здесь совершенно не видно.